Лейла! Зульфия! Гюльчатай! Гюльчатай! Отставить! Не бойтесь, это наш господин! Стой! Гюльчатай! Я господин. Объяви барышням подъем. Угу. Стой! И вот что. С сегодняшнего дня назначаю тебя старшей по общежитию. Будешь отвечать за порядок. Вопросы есть? Нет. Господин назначил меня любимым! Ты чего? Тебе который год? 30. Оставь, дочка. А может, и впрямь тебя замуж отдать? Женю на тебе Петруху законным браком. Парень он холостой, увезет тебя к матери своей, а? Я твоя жена. Моя жена дома. А разве ты не можешь сказать, что Гюльчатай твоя любимая жена? Разве она обидится? Обидится. Сколько раз тебе объяснять? Нам полагается только одна жена, понятно? Одна. Ну, разве плохо? Одну тебя любит муж, одной тебе презенты дарит, заботится, бережет. Плохо? Хорошо. Ну вот. Одна жена любит, одна одежду шьет, одна пищу варит, одна детей кормит. И все одна. Ничего не попишешь. Тяжело. Конечно, тяжело. Ладно, ладно, спокойной ночи. Завтра поговорим.